Все, поставили последнюю плиточку сюда, в нашу площадочку крайнюю. Вот. Сбылась наша мечта. 8 часов совместно со вчерашним днем. Часа в 3 начали, пока нашли все эти инструменты. Разровнял я площадку, корыто сделал. И вот что получилось. Вот что получилось у нас. Здесь у нас была яма огромная. Была какая-то нелепая клумба, были камни, земля, непонятно что. А сейчас получился вот такой замечательный пол из плитки. Очень хорошо, очень нравится мне, я очень довольна, сбылась моя мечта, мое страстное желание. Его осуществил мой муж, мой умелец. Благодаря его находчивости, благодаря его стараниям, благодаря его настойчивости. И подвозу плитки Светланой, без нее я бы не справился. Ну и без споров. Без споров было бы скучно. Ну да. А так были споры, разногласия. Но, тем не менее, был достигнут консенсус. И принято разумное решение. И все получилось у нас хорошо. Ура! Всем добра, всем благ, удачи!